Шановні друзі, творча редакція «Публіцист» вітає вас і людину, яка зробила нам сьогодні честь і погодилася спілкуватися з нами протягом кількох десятків хвилин. Андрій Анатолійович, питань до вас так багато, що я знаю, про що будемо розмовляти, але не можу вирішити, з чого розпочати. Я так думаю, що з ваших останніх вояжів до Молдови, а заодно хай глядач знає про рівень місії, з якої ви туди поїхали. Конечно же, для меня особенная честь ко всем моим направлениям деятельности заняться еще и популяризацией миротворчества, культуры, искусства Украины в стране, которая является нашим ближайшим другом, ближайшим соседом, это Республика Молдова. Сейчас, когда закончился цикл наших благотворительных миротворческих фестивалей «Украинские сезоны мира», которые проводятся в 2017 году под патронатом руководителя Украинского совета мира, героя Украины, первого президента Украины Леонида Макаровича Кравчука, сейчас они плавно переходят, конечно же, в наше культурно-просветительское и миротворческое сотрудничество с Республикой Молдова. Сейчас только завершился мой визит в новом качестве посла мира в Молдове. И надо сказать, что он действительно чрезвычайно плодотворен, так как Молдова готова с нами сотрудничать в различных сферах. И, конечно же, прежде всего то, что нас объединяет, это понятие мира. И Молдова, которая также с начала 90-х годов переживает нелегкие времена, конфликтных ситуаций с Приднестровским регионом и с Гагаузией, которая также в 90-е годы этот регион был неспокоен. И, конечно же, сейчас народ Республики Молдовы, конечно же, понимает всю сложность положения, перед которым сегодня стоят украинцы, защищая свою целостность, защищая свой суверенитет, свою независимость, борясь с внешним агрессором. Поэтому, конечно же, сегодня наши двухсторонние контакты Украины и Молдовы чрезвычайно важны. И тем более, что мы понимаем, именно культура и искусство способны объединять народ, способны благотворно влиять на различные стороны взаимоотношений и познания друг друга. Именно из этого будет рождаться и уважение одного народа к другому. И, конечно же, несомненно, это принесет положительные плоды, так как именно два государства стремятся войти в единую семью европейских народов. И это чрезвычайно важный выбор, который принял украинский и молдавский народ в 21-м столетии, в 3-м тысячелетии, в котором мы имеем честь жить и творить. И этот, конечно же, выбор, несомненно, друг другом будет поддержан. Ну вот сейчас в международных отношениях с нашими ближайшими соседями возникает какая-то откуда-то взявшаяся необходимость листать старые страницы, вытаскивать из нафталина какие-то факты. И это здорово осложняет наши отношения, когда все лучшее, все нормальное, здоровое стремится к миру. Возьмем, к примеру, Польшу, например, с Румынией. У нас ведь тоже по-разному складывались отношения в течение истории. Вам дают как-то это понять там, когда вы находитесь в Молдове? Я полагаю, и об этом говорили очень многие миротворцы, основатели миротворческих организаций 20-го столетия, такие как Украинский республиканский комитет защиты мира, Всемирный совет мира, который был создан в Хельсинки, а сейчас штаб-квартира которого находится в столице Греции, Афинах. Так вот, эти великие миротворцы говорили, что если мы будем постоянно оглядываться и постоянно наш взгляд будет устремлен в прошлое, мы не сможем увидеть перспективного развития будущих отношений. Поэтому я полагаю, что мы должны простить. Точно так же, когда состоялась знаменитая молитва в городе Ассизи по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II, когда он объединил практически все конфессии нашей планеты, и которые в единой молитве стремились пожелать всему человечеству, прежде всего, самого дорогого сокровища – это мира, потому что мы понимаем, что только если над нашим
наш взор устремлен в мирное небо, тогда, конечно же, возможно созидать и культуру, и экономику, и социальные сферы, и, конечно же, народ будет процветать. Поэтому мои встречи с молдавскими и румынскими коллегами, миротворцами, убеждают меня именно в том, что и ими все забыто, и нами должно быть все забыто, негативное, плохое, что было в 20-м столетии, потому что, надо сказать, первое, вторая мировые войны, еще многие локальные военные конфликты, которые изобиловали в предыдущем столетии, они действительно поссорили очень многие народы друг с другом, потому что фактически эти войны касались каждой страны и каждого континента. Но сейчас мы перешагнули очень важный рубеж столетий, тысячелетий, и это нас должно научить тому, чтобы что сотрудничество зависит не от каких-то взаимных упреков. Сотрудничество – это фактически начало жизни с теми или иными коллегами, партнерами с чистого листа. И это чрезвычайно важно, что сегодня, да, вот опять-таки мы говорим, Румыния уже член Евросоюза. Молдавские и украинские народы также туда стремятся, чтобы создать единое пространство цивилизованных европейских народов. И чрезвычайно важно сейчас, чтобы мы в этом едином порыве духовном, душевном, в этом стремлении, чтобы мы не рассорились, а вернее, чтобы нас не рассорили, потому что мы прекрасно понимаем, что есть определенные силы, которым невыгодно наше единство с европейскими народами. И, конечно же, сегодня чрезвычайно важно сплотиться, забыв все плохое, что было когда-то. Что было когда-то с Польшей, что было когда-то с Румынией. Поэтому мы должны начинать созидательный процесс, который всегда начинается с чистого листа, и это прекрасно. Все лучшие произведения всегда начинались с чистого листа. И что касается также Молдовы, особенно близко, потому что мы знаем, почти десятилетие Молдова была в составе Украины в 20-м столетии в качестве автономной республики. Поэтому это тоже особенно, скажем так, нас роднит именно с этим, назову это братским народом, потому что действительно молдавский народ для нас и братский, и народ близкий нам по духу, и переживший, и переживающий те же проблемы, с которыми сегодня столкнулась наша государственность. Может быть, многие зрители по ту сторону экрана впервые слышат такой термин, вернее, терминологический оборот «посол мира». Вот. Ну, известно, в общем, что есть дипломатический корпус, у них определенный статус. Поговаривают даже, что под прикрытием дипломатии действуют еще специальные службы, шпионаж и прочие дела. Вот. Но, как говорится, сейчас не об этом. Знакомясь со зрителями, как им объяснить статус посла мира, скажем, Украины в Молдове? Это что, официальный титул, чин, общественная работа, каковы его полномочия? Несколько слов об этом. Хорошо, что времена Коминтерна канули в лету, и сейчас, опять-таки, звание посол мира. Мы знаем, что практически все миротворческие организации нашей планеты, прежде всего европейские организации, известным деятелям науки, культуры, искусства, политики, вручают за их особый вклад, особую миссию, которые они несут в общество, присуждаются такие почетные звания посол мира. Конечно же, в отличие от чрезвычайных и полномочных послов, конечно же, это прежде всего говорит о том, что нас никто не финансирует, что мы финансируем свою деятельность сами. То есть посол мира – это человек, который все проекты, которые он осуществляет в той стране, куда он был послан своей миротворческой организацией, он осуществляет за собственные средства. Поэтому это также отличается от того, что любое посольство, оно все-таки живет и существует на государственные средства, на народные деньги. А в данном контексте только свои. Это в какой-то степени схоже с должностью, а по сути говоря, больше званием почетного консула.
Ну, что может и должен делать дипломат профессиональный, понятно, у него патронат, есть вот одесское представительство, есть Министерство иностранных дел, это номенклатура. А что может сделать вот такой общественный дипломат? Каковы его реальные возможности, особенно в нашей сегодняшней напряженной ситуации? Опять-таки благодаря сотрудничеству. Потому что без сотрудничества, без синтеза сил невозможно добиться действительно подлинных масштабных результатов. А именно к ним мы стремимся. И прежде всего в развитии наших украинско-молдавских отношений. И в сфере культуры, и в сфере миротворчества. Прежде всего хотелось бы поблагодарить официального представителя Министерства иностранных дел Украины на юге, в нашем южном регионе, Костянтина Ивановича Жепишевского, Анатолия Сафроновича Попова, директора Одесского дипломатического клуба, потому что мы также тесно взаимодействуем, и многие проекты, включая международный миротворческий благотворительный фестиваль «Украинские сезоны мира», также прошел при их активном участии. И прошел он уже на протяжении этого года в 6 европейских странах, включая ту же Молдову, где он был встречен очень тепло и радушно. И получил очень высокую оценку Министерства культуры Молдовы. Поэтому мы видим, что только объединяясь усилиями, мы, конечно же, можем сотворить то большое и великое дело, которое способно нас вести к каким-то еще более высоким целям, потому что мы понимаем, на достигнутом невозможно и нельзя останавливаться. Достигнув одной цели, мы должны тут же ставить перед собой следующую цель и достигать ее. Но каким образом, как только не взаимодействуя со всеми. Поэтому, являясь послы мира, являясь фактически теми же общественниками, общественными деятелями, тем не менее, для полноценного, полноты результата сотрудничают, конечно же, и с министерствами иностранных дел, и с дипломатами различных рангов. Ну, для меня, например, известно и ясно, что эта работа ведется параллельно, и даже не просто параллельно, а совместно с церковью, с различными конфессиями. Что вас соединяет и какова практическая сторона этой работы? Конечно же, опять-таки, благодаря тому, что Украина в начале 90-х годов обрела подлинную независимость, о которой мечтали многие поколения украинцев, была создана и Украинская поместная церковь, которую возглавляет Святейший Патриарх Киевский и всея Руси Украины Филарет. И благодаря поддержке Святейшего Патриарха и первого президента Украины Леонида Макаровича Кравчука, который уже на протяжении 20 лет возглавляет Украинский совет мира, все наши проекты действительно могут реализовываться. И очень радостно, что молдавская сторона и румынская сторона, потому что сейчас также планируется мой визит в Бухарест, с большой надеждой и с большой благодарностью смотрят на те усилия украинских миротворцев под руководством Леонида Макаровича Кравчука и Святейшего Патриарха Филарета, которые направлены на консолидацию украинского общества. Мы понимаем, что сегодня, прежде всего, от чего зависит мир? От ощущения единства нашего народа. У нас могут быть различные предпочтения каких-то политических партий. Мы можем что-либо любить, что-либо не любить из каких-то сфер жизнедеятельности нашего государства. Но когда мы все понимаем, что мы граждане единой, великой и прекрасной страны с тысячелетней историей, то, конечно же, это осознание должно нас сплотить и должно, конечно же, вести к тем светлым идеалам, о которых проповедуют и сегодняшние миротворцы, и их великие предшественники. А вот сезоны, о которых мы говорили с вами в предыдущей нашей встрече здесь, уже это не просто планы, они уже частично реализованы. Давайте об этом поговорим. На протяжении всего года проводится этот масштабнейший фестиваль, который мы назвали по согласию Леонида Макаровича, «Украинские сезоны мира». То есть из сезона в сезон переходит знамя мира. Мы понимаем, сколь важно сегодня
популяризировать нашу культуру, украинскую культуру, украинское искусство. Мы знаем, что культура всегда и в 20-м столетии финансировалась по остаточному принципу. И сегодня, когда Украина вынуждена защищать свои рубежи, защищать свою независимость, конечно же, уходит львиная часть нашего бюджета на вооружение, на помощь, конечно же, воинам АТО, и это правильно. И поэтому сейчас мы, благотворители, миротворцы, общественные деятели, должны стараться привносить свою посильную лепту, и финансовую, и ментальную, то есть, конечно же, и свои знания привносить в проведение подобных акций и мероприятий, потому что всегда девизом и нашей семьи рода Горчаковых, и девизом Украинского Совета Мира было то, что для того, чтобы мир сделать лучше, нужно начать с себя. Об этом говорил еще Мохандас Карамчанд Ганди, великий миротворец и борец за независимость Индии в 20-м столетии. Поэтому действительно мы не ждем ни от кого помощи, мы начинаем действовать самостоятельно. Поэтому мы все объединяемся, благотворители Украины, и стараемся внести свой посильный вклад в благое мира, распространение миротворческих идей и созидание нашей культуры. Потому что именно культура и ее наследие идентифицирует нас как украинцев. Национальная валюта, золотой запас страны, ни что-либо еще не говорит о том, что мы украинцы. Украинская культура, украинское искусство, украинская история, история этих земель и история нашего народа – вот то, что помогает почувствовать каждому гражданину Украины единство со своими великими предками. Поэтому украинские сезоны мира на протяжении всего года, которые были проведены в 6 европейских странах и во многих городах Украины, включая столицу Киев, конечно же, получили отклик и в сердцах людей, и понимание, почему именно сегодня необходимо торжество культурных и исторических ценностей. И огромная также благодарность Евгению Николаевичу Нищуку, министру культуры Украины, также за его моральную поддержку проведения данных фестивалей. Ну и так совпало, что в эти недели, месяцы, отмечается 500-летие протеста. Это тоже находит отражение в вашей деятельности? Конечно же. Празднование 500-летия реформации, которое отмечается на государственном, всеукраинском уровне, этот указ подписан президентом Петром Порошенко. И действительно, это опять-таки очень важный символ нашего единения с европейскими народами. Потому что мы понимаем, что мы, обладая уникальной сокровищницей православной духовной культуры, тем не менее не можем отстраниться, абстрагироваться от духовного и культурного наследия всей остальной Европы и многих других стран. А мы знаем, что целый ряд европейских стран, которые входят в состав Евросоюза, они исповедуют реформацию в различных ее проявлениях, в том числе и лютеранство. Поэтому, конечно же, нельзя не упомянуть о том, что нашим сподвижником наших проведений наших фестивалей является предстоятель немецкой евангелической лютеранской церкви Украины, кавалер Ордена Мира, его преосвященство, епископ Сергий Машевский. И кафедральный собор данной юрисдикции находится в Одессе. Это наша знаменитая кирха, которая проводит постоянно культурно-просветительские мероприятия и великолепные органные концерты, которые на протяжении многих лет полюбились одесситам, потому что действительно мы понимаем, культура, лишь культура и искусство способны объединять людей, потому что когда они попадают в концертный зал, когда люди попадают на выставку, они не вспоминают о различных политических партиях, о различных дискуссиях, они чувствуют свое единство, единство своей физической природы и духовной природы украинского народа. Вдячні вам за цю зустріч, шановні друзі, слідкуйте за нашими програмами. Вона, ця зустріч не перша, вона, я впевнений, не остання. Ми не будемо зараз анонсувати теми нашої наступної зустрічі, але все ж таки беріть в них участь, бо всі ви по суті своєї, що звітуєте, себе не звітуєте, є також нашими посланцями миру. Бо хто ж проти миру, кому мир не потрібний? Усіляких вам гаразів, миру перш за все.